На сцене Одинцовского центра эстетического воспитания «Лучшие из лучших». Творческие коллективы округа в течение всего года демонстрировали свое мастерство на конкурсах. Заключительный концерт традиционного фестиваля «Ступени» – большой праздник подведения итогов. Это один из немногих конкурсов, которые дают детям возможность в Одинцовском городском округе показать свою любовь к искусству в разных направлениях и показать то, насколько они талантливы у нас. Креативные и артистичные. Ребята сумели объединить несколько театрализованных представлений в одном танце. И это танец про то, что мы стая оленей. Сначала взрослые олени танцуют, встают, нас учат, как надо прыгать, как защищать себя. У нас такая история, пытаемся ее изобразить. Не всегда, конечно, получается. Стараемся, репетируем. Да, очень много раз репетировали. Старания не прошли даром. Награды получили не только участники, завоевавшие гран-при. Жюри отметили все лучшие номера и работы. В Центре эстетического воспитания появилась целая аллея с наградами в разных категориях. Так много в нашем округе по-настоящему талантливых ребят. Традиционная кукла, Одинцовский соловей, бал терпсихоры и другие конкурсы проходили на территории нашего округа весь год. Участниками стали творческие коллективы, причем не только студий, но и школ. Главная радость для всех – очный формат проведения. Дети были безумно рады вживую видеть глаза жюри. Жюри точно так же могли оценить их вживую. Это гораздо интереснее и лучше всех вот увидеть вот в таком формате. Праздник культуры, искусства, таланта и живого общения, которого так не хватало, удался, говорят организаторы. Все с нетерпением ждут встречи с новыми участниками на следующем фестивале в будущем году. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».